рыбка с крючка. Торреса. И можно бросать, можно завершать. Мортенсен. 2-2. Реализовали гости большинство. Ну, это просто какой-то шедевр, как отдавал Торреса сейчас, как у него прошла эта передача. И затем еще один пас уже на пустые ворота. И... Да, и опять нужно адмиралу сейчас идти вперед. Да, 3-1. 3-1, Тим Брэнд. Как все у нас поменялось за какие-то секунды, а? Ох, какая атака затяжная, и гол! Все-таки добивает Акбар соперника, 2-0. Вот так вот, тихой сапой Акбар забивает две шайбы. Бросок Пясанина. Последняя игра команды в регулярном чемпионате. Шарлен Блен был вторым после Джонатана Чичу-Чичу. 6 бросков. Ох, какой гол классный! Как касание разыграли эту шайбу гости. Ну и вот это звено Лингле, Вески, Эллисон. Самая результативная тройка нападения, на которую делают ставку в клубе, на которую буквально молятся болельщики команды, приносит первую заброшенную шайбу. Он занимает место на карте. И гол! Нужно было выкатываться на Старченко! Его оставили в месте шайбы. Перед воротами. 3-3. Включается в атаку Мортенсен шайбой. И Грасп. Тихонов бросок. И гол. Виктор Тихонов. Все-таки втроем обороняться всегда тяжело. Малыкин. 2-1. Один вариант, при котором победная шайба будет заброшена не вследствие шикарной комбинации, а вследствие ошибки. Смена выход Рива на бол. Слава Данилаева. Передача на Кольцова. Великолепная шайба. И Вернов сокращает отрыв в этой встрече. Какую передачу выдал сейчас Кирилл Кольцов, но просто на заглядение. Великолепная шайба Салавата Юлаева. И еще не вечер. Говорят, уфимцы своим болельщикам. Тегородов, как выбрасывает шайбу. Мартинович против Бекхамина. Бекхамин против Мартиновича. Разбег. Ух ты! Вода! Папа! Красавелла! Супер! Молодец! Как хладнокровно сыграл сейчас Саша Мартинович. Ну, вообще, для Медвещака Лев самый глупый соперник. Ух ты! А это что за фокусы такие? Так, ну эти обнимаются вовсю. Игроки Медвещака пытаются опротестовать гол. 3.50 до конца первого периода. И второе численное преимущество лиги. Бросок к воротам. Скода переправляет шайбу. Марсел Хоссе и забивает. Сравнивая счет 1-1, считанные секунды понадобились рижанам, чтобы восстановить равновесие в счете в этом матче. Используют. Делает это Коньков. Коньков уже в средней зоне, набирает скорость. И можно бросить. Не стал достать. Обвел. Гол! Сергей Коньков. Блестящая шайба. Не сумел отличиться в пятой игре, но в шестой просто шедевр сотворил. На замахе убрал защитника и с неудобной бросил ворота Александра Еременко. 3-0 в пользу Локомотива.